Эй, Тревор, эш, ну-ка погоняемся, погоняемся, а? Чувак, погоняемся, Тревор, погоняемся, да-ка, я раз тебя подрезал, смотри, оп, Тревор, какой ты законопослушный гражданин, Тревор, там ты фу, га, чем больше приближаешь, так, подвигайся, а, черт. А как тут по двигателю застрелять? Здесь хрен попадешь, ты же знаешь, как... Хрен попадешь по двигателю, слышишь? Секунду. Да ладно. А что, реально, что ли, по этому квадратику надо стрелять? Пешком побежали. А, нет, надо обязательно этот мотоцикл. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, мы продолжаем с вами проходить GTA 5. Итак, GTA 5 и что, куда, так, пистолет, боевой пистолет, ну ладно, похер. Хотел. Так, я хотел, отправляемся мы с вами сегодня на сранчо. Вот на это сранчо, короче, поговорить с Мартин Мадрасо. Мадрасо. Что-то знакомое. Короче, поехали. Вот. За Майкла. Сейчас, короче, съедем на сранчо на это. Там посмотрим уже, ну, выполним это задание и посмотрим уже дальше. За Франклина, наверное, да? Опа, блин. Тормозил же. Все равно впилился. Впилился, но вроде как ничего не помял. Это радует. Чё-то семья у Майкла вообще пропала. Просто пропала. Реально не звонит, не пишет, как он вот он говорил. И, видать, от его слов, короче, известно то, что даже трубку не берут. Вот, короче, пофиг. Пофиг им на него. А он все страдает и страдает. Вот такие тут, короче, дела. Так, ну на ранчо, в принципе, на ранчо недалеко ехать, это где-то на выезде получается из города, как бы. А вот тут уже ДТП было не избежать, да, не избежать. Все равно бы получилось врезаться. Ну да, мы почти приехали, я говорю, где-то на выезде из города. Не в самих там этих деревухах, откуда Тревор. Вот, мы приехали, короче, вот он с ранчо. Что там было написано? Окей. Ну, такой, да, тоже нехиленький, смотри, домик, да? Такого бы я тоже не отказался, в принципе. Как бы. Точило. Что это? Типа аудишки, что ли? А, нет. Я думал, типа аудишки. Ну ладно, давай припаркуемся тоже здесь. Смотрю, у него здесь стоянка. Окей. А, блин. Пушку-то надо убрать. Все-таки. На частной территории. По кустам, по всяким. Так. Ну я возле точки. Где? А, во. А, Тревор приехал. Прилетел так. Что это? Ты сказал, что тебе нужна работа. Это работа. Ага. А кто этот парень? Увидишь. Да. Привет. Ого. Привет. Нам нужен мистер Мадрасо. Патриция, мать твою, впусти их. Сюда, джентльмены. Патриция, принеси нам выпить. Быстро. Рад снова видеть тебя, Майкл. Аналогично. Это мой друг Тревор.
Садитесь. И что ты рассказал им обо мне? А? О Мартине Матрассо? Тревор, Мартин мой старый друг. Правда? Мартин... страшный психопат, который пытался меня убить. Точно! Но люди... боятся меня уже не так, как раньше. Мои близкие... мой двоюродный брат... Майкл, ты его знаешь. Похоже, он собирается дать против меня показания. Так, поручи кому-нибудь его убить. Я так и сделаю. Поручу это тебе. Мы уже давно в расчете. Окажи услугу. Другу. Или в нашей дружбе, неважно. Эй, эй, в чем дело? Это он. Хавьер. Сегодня он вылетает в Либерти-Сити. С моими файлами. Безобидные файлы, которые... я хочу вернуть. На холмах у нас припрятана пушка. Мой человек следит за тем, что происходит в аэропорту. Мы будем держать вас в курсе. Когда он будет пролетать мимо, сбей его и забери файлы. Я в деле. Сколько платят? А? Да ладно тебе, Тревор. Выпить еще хотите? Нет, не сейчас, идиотка. Ты не видишь, что я разговариваю. Ну ладно. Возьми машину, что-нибудь универсальное. Я займусь оружием. Идиот. Так, доберитесь до обсерватории. Окей. Так, будем держать связь по радио. Мадраса, короче, получается, это тот чувак, да? Которого... чей дом мы, короче, это, да, разнесли. Тогда с холма в самом начале. А его брат, это, получается, тот, который, типа, трахал жену Майкла. Я так понял. Эй, Тревор, чё ты как-то едешь? Обычно ты летаешь по городу, пофиг тебе на правила, а ты смотри, летаешь. Ну-ка, погоняемся, а, чувак, погоняемся, Тревор, погоняемся, дай-ка, я раз тебя подрезал, смотри, оп, Тревор, а, смотри, блин, какой законопослушный гражданин, Тревор, ну-ка. Какой ты законопослушный гражданин, Тревор. Там ты фул. Ладно, бывай. Долго будешь ехать, короче. Если мне придется тебя ждать, то... то не знаю, что я сделаю, короче. Ух ты, смотри, какой спорткар. Ништяковый. Так, ладно. До обсерватории. А что у нас в обсерватории? Нам же надо тачку неприметную найти. И оружие. А что в обсерватории? Обсерватории тачка? Опа. Видал как? Майк, ты там? Я тут позаимствовал мотоцикл какого-то бедолаги. Так, я еще не в обсерватории, так что двигаю в ту сторону. Кстати, я знаю, почему ты отвез меня в дом того парня. Я все понял. Что, понял, что он жуткий псих, и у тебя с ним много общего? Что за дела? Мы же должны на него работать. Мы никому ничего не должны, но я тебя понял. Прекрасно понял. Ты о чем? Про всю эту ацтекскую хрень, странные артефакты. Что? Статуэтки в плодородии или чего там еще у парня не стоит, короче. На них можно легко срубить 2-3 миллиона из расщуги за надежду любого чисто бабки. Мы не собирались его грабить. По деньгам же мы тоже не договаривались. Ну смотри, парень не бедствует. Это не значит, что мы его грабим. Но это значит, что он может заплатить тем, кто ему помогает. Когда придет время, он сам сделает правильный выбор. А если нет, то я сам разберусь. Такие жены бывают только у богатых мудаков, верно? Не понял. Короче, я так предполагаю, что-то намечается, да? Что-то намечается. Типа Тревор предлагает, короче, грабануть вот этого Мадраса. И почему-то вот я жопой чую, что этого Мадраса придется все равно грабить. Майкл согласится, я думаю. Майкл против, но я думаю, согласится. Не просто же так сейчас этот диалог завели. Хотя, блин, это GTA, может и просто так. Ну это как бы, блин,
Обычно просто так, какие-нибудь там диалоги, это когда, знаешь, они вместе едут, там, просто чтобы время убить. А тут, как бы, я думаю, ну фиг знает, короче, поживем увидим. Поживем увидим. Так, мы приехали, короче, в обсерваторию. Опа. Понятно, мне нравилась эта машина, ты дебил. Так, так вижу фургон с пушкой, ты рядом? Недалеко. Сбей самолет, я буду готов. Сбить самолет, а сбить самолет с чего? Откуда? В смысле? Какая тачка с пушкой? Я что-то не вижу. А, вон тот фургон, что ли? А. Понятно. Так, ладно, приехали. Ух ты, нихрена себе пушка. Так, и как мне туда сесть? Как мне это сделать? А, вон оно что. Прямо отсюда, прямо изнутри, прямо из машины. Так, окей, Тревор, если бы ты увидел эту пушку, то понял бы, что смотри на матрасы, шутки плохи. Чем толще пушка, тем трусливее ее хозяин. Сбей, наконец, этот самолет. Строить по двигателю самолета. Так, если бы я видел этот самолет... А, вон он. Красная точка, это тот самолет, да, получается? Да, вижу. Блин, нифига себе, как... Где он? Я его потерял. О, вижу. Да, блин, нифига. Чем больше приближаешь... Так, по двигателю. А, черт. А как тут по двигателю застрелять? Здесь хрен попадешь, знаешь, как... Хрен поймешь, как... Да все, он улетел. На good enough. У него бесконечные, да, патроны, короче? Да пипец! Хрен попадешь по двигателю, слышишь? Секунду. Жесть. Ты с хрен попадешь, короче, по этому самолету. Подлетел слишком близко к аэропорту. Ну, сдавайся, попробуем. Я думаю, мы здесь надолго засели. Я вижу самолет. Блин, еще, знаешь, цель, она, короче, прицел. А погоди, это работает, спецспособность? Да пипец, хрен попадешь. Реально. О, попал, да ладно, как я попал в него? Как у меня прицел-то был в другой стороне? Так, чтобы зависимо попасть еще несколько раз, да вы чё? А как мне еще раз несколько раз попасть? Один раз я попал, короче. Ну все. Я снова просрал. Я снова просрал. Да фиг, здесь фиг попадешь вообще, просто фиг попадешь. Это жесть. Это просто жесть. Я вангую сейчас вот в комментах, короче, начнут писать. Да я эту миссию с первого раза прошел. Ты что-то косой такой, да, ты косой. Ну, блин. Да, не снайпер. Да, не снайпер. Блин. Так, окей. Да, реально, тут как попасть-то? Как тут попасть-то? Да хрен попадешь, хрен попадешь. Хрен попадешь, вообще просто хрен попадешь. Как? Это просто дичь какая-то. Димми Секин. Я тебе сейчас такую Димми Секин дам. А вот этот квадратик, это нет? Ничего не значит, что... Может, в него надо попасть? Да ладно. А что, реально, что ли, по этому квадратику надо стрелять? Ну-ка, погоди-ка, сейчас проверимся. Сейчас проверимся. Так, где там квадратик этот? Красный квадрат.
Ну ёпта! Ну ёпта, конечно! Семён Семёныч, ну конечно! Двигатель накрылся. Видишь, самолет падает, можешь за ним проследить. Так, окей. А чем мы следим за самолетом теперь? Следуйте за самолетом, заберите груз. Сфокусироваться. Я вижу. Я вижу, где самолет. Сейчас мы его догоним. Йоки-токи. Тереоки. Вот так. Вот так, детка, да. Йоки-токи, тереоки, тереоки, йоки-токи. О! Пешком побежали. А, нет, надо обязательно этот мотоцикл. Жесть. Короче, фейл на фейле просто. Тут надо было, короче, разгоняться, наверное, сильно, да, очень сильно, мощно разгоняться и перепрыгивать. Кто же знал? Я думал, я сейчас впилюсь, короче, в этот, в автобус, или что там проезжал. Я же не знал, что там эти трамплины. Окей. Давайте погнали дальше. Погнали заново. Так, куда? Сюда? Здесь? Правильно я поехал? Да, вот самолет летит туда. Сфокусироваться. Фокусироваться я не буду, я его вижу. Йоки-токи опять. Давайте. Попытка номер два. Разгоняемся. Сейчас будет трамплин. Сейчас и как... А, автобус это... Понятно, это для крутого эффекта автобус. Окей. Так. А что за груз-то? Я почему-то думал, что там... Этот, как он, чувак... ой, йо, понесло. Я думал, этот... Двоюродный брат этого мадраса в самолете. А что за груз? Лично. Лоб. Блин. Тревор, да ты байкер, мать твою. Да ты просто байкер. Да давай ты рухни уже, упади. Задрал там. Все равно не вырулишь. Не вырулишь. Давай, падай. Это просто жесть. Смотри, он сейчас на дорогу как упадет. А нет. Ну, ладно, сейчас в пустыню куда-нибудь. Главное, чтобы не в воду, главное, чтобы не в море. А то придется еще и плавать, еще и за ним. Так. Потому что, видишь, мы едем уже по песку где-то. Надеюсь, не в море куда-то. Или он до взлетной полосы долетел, падла. Скажи еще, он сядет сейчас. Так. Хлоп. А просто, я просто вообще, спецэффекты как в кино просто. Таких спецэффектов мы еще не видели. Даже Бэй не может так снимать, как я. Видал, как я уклонился. Оп, заборы. Вот так. Догоним. Блин, а если я сейчас врежусь и потеряю его, то... Мне придется заново все ехать, это прикинь. Да когда же он это упадет? Ну он будет падать. Самолеты так не падают, самолеты быстро падают. Так, короче, он там с кем-то болтает, с кем-то он там соскучился по кому-то, короче. Давай, падай, давай, ты уже видишь, уже не можешь лететь, давай, падай. Все. А, типа, Тревор приехал в родные края, кому-то позвонил, что ли, или что? О, там кто-то упал. Или что, это что-то высыпалось. Что-то отвалилось от самолета, что-то упало. Ладно. Все, приехали. Убейте Хавьера. А мне еще и убить надо его. Доделай работу, типа. Ну ладно. У меня есть ружьишко, Хавьер. Хавьер. Я важный шишка, ты должен мне помочь. Я работаю на правительство, звони в полицию. А нет, это не тот.
чувак. Направляйтесь в самолет. Так, направляться в самолет. Окей, это на всякого случая тоже зароем, потому что вдруг оживет. Так, пилота тоже. Ой, да ладно. Что? Что, блин? Я думал, он сейчас оживет. Так, ладно. Ти, как все прошло? Отлично. Просто отлично. Файлы у меня. Отвезу их Мадрасу. Во что бы... Вот что нам обошлось... Во что нам обошлась эта операция? Послушай меня. Поговорим позже. А пока просто отвези файлы. Я избавлюсь от винтовки, потом поговорим. Вот насморкался, насморкался, и кто-нибудь на твоей козявке, короче, подскользнется здесь. Придут там эти, знаешь, которые если расследуют там вот это все, и подскользнутся на твоих соплях. А еще и могут вычислить. Просто. Вычислят по сопли. Вычислят по козявке. Так, покиньте зону, окей. Ага, сейчас покину куда-нибудь с обрыва. Я могу. Я могу, умею, практикую. Уничтожьте фургон. А, мне еще и уничтожить фургон надо. Ну, без Б. Сейчас мы куда-нибудь его загоним. Так, так, красная тачка, ты ничего не видела. Ой, а здесь свидетели. Свидетелей много. Да ладно. Хрен с этими свидетелями. А мы сейчас вот так сделаем. Куда-нибудь. Ну, короче, уничтожать фургон там. Где есть тачка еще? Чтобы мне отойти отсюда. А, надо еще так вот облить, да? Я думал, сейчас я фургу. О, эту бомбу-липучку зафигачу и, короче, и все. А погоди. Уже надо эту полосочку. Полосочку, как помнишь, да, мы делали. Ой, ты чё? Ну ладно. Лоб загорелось. Ну-ка, сейчас посмотрим, получится, да, взорвется она. Ёпта, она так и будет гореть, что ли? Просто даже не взрываться. А, нет, взорвалось. Ну и все. Ну и шикарно. Контрольный. Ух ты, нифига там разгорелось все. Надо валить отсюда. Надо отсюда валить. Так, пожарный. Майкл аж вспотел. И что, мне на велике удирать, что ли? Да, пошли вы в жопу. Какой нафиг велик? Так, где машины? Ни одной машины. Пожарку угнать? Не, пожарку не хочу. О, здорово. Блин. Что? Планы изменились, на ранчо тебе приезжать не нужно. Встретимся на Stone Comet Forks. Это чуть дальше по Сеннер Роуд. Тревор, что ты делаешь? То же, что и ты был, сделал на моем месте. Тревор. Тревор! То же, что и я. Что-то мне не верится. Ладно, допустим. Тревор опять что-то замутил. Блин, он... А! Он, наверное, выкуп за этот, за файлы хочет, наверное, да? Скорее всего. Типа скажет Мадрасу, типа, что... Чтобы получить файлики, давай денежки, да? Так и будет, наверное, скорее всего. Я почему-то так думаю. Ну ладно, сейчас приедем, увидим, что там Тревор задумал.
Ну, блин, Майкл бы так не поступил, в принципе, да? Майкл бы, я думаю, согласился бы ограбить, возможно, как бы поуламывали бы его, и он согласился ограбить, может, этого мадраца. Но, типа, вот такого шантажа, короче, ну, шантажировать навряд ли. Хотя, может, и не факт, что шантажировать сейчас будет. Короче, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, я предполагаю, что Тревор захочет тупо выкуп, короче, за этот. За этот чемоданчик. Сейчас приедем, посмотрим. Ну, а так-то, в принципе, ну, грабануть до вот этого мадраса было бы нехило. Все-таки там, блин, такая шишка, да? Так, где тут Тревор? Где он? Уже на таком вот другом джипе. Где-то уже спер тачку. Что за херня? Что за херня? Почему у тебя его тачка? Этот кусок говна? Неудивительно, что люди его предают. Что произошло? Ты же мистый ублюдок. Майк, я не понимаю, зачем ты имеешь дело с такими людьми? Ну, совсем не понимаю. Тревор, мать твою! Отвечай на вопрос. Я попросил воплотить честно проделанную работу. Потом он слегка вскипел. Ну, и я тоже не сдержался. Ты его убил? Твою мать, ты думаешь, я животное? Нет, я его не убил. О, мать, но я похитил его жену. О, нет. Твою мать. Что ты сделал? Я только что сказал тебе, что я сделал. На, нет. К сожалению. Сейчас нам придется залечь на дно, ну, понимаешь... Пока мы не обсудим ситуацию с Мартином. Думаешь, лезь назад, ладно? Патриция, на переднее сиденье. Я знаю прелестное местечко, где мы можем зависнуть. Знаешь, тихое такое, мирное. Убежище, если угодно. Домик в лесу, понимаешь, о чем я? Жесть! Я все перебрал, короче, а тут Херакс и Тревор, короче, крадет жену этого мадраса. Ой, жесть. Короче, будет какая-то дичь, наверное, скорее всего. Скорее всего, что-то будет дичь какая-то. Мадраса же он может это... Охоту, короче, на них завести. Так, окей. Так, за этих мы не можем больше, да, пока играть. Мы теперь только за Франклина. А что у нас по Франклину? Что у нас у Франклина имеется? Так, у Франклина имеется... Так, это Тревор, да? Это треворская вопроска. Так, Д это у нас... Дэвин это у нас угонять тачки, да? Л это кто? Убийство? Что за убийство? Убийство это типа Лестер или что это? Ладно. Погоди, у меня три задания. А где еще третье? А, третье, наверное, гонки. Так, ладно. Ну, тачки мы уже гоняли, да? Давайте-ка убийство попробуем. А, Майкл и Тревор скрываются за город, но выбрать их в данный момент нельзя. Понятно. Так, чё? Я приехал на машине, а ты чё, за мной будешь бежать, что ли? Давай, чё, представь, что я почтальон. Ну, ладно. Чё, давай представь, что я почтальон. Догонишь? Так тренировать собаку надо, да? Окей, да блин, чё мне не повернулось-то? Так, а где Чоп? Эй, меня там Чопа не сбили? И Чопик. Вон он. Вон он бежит. Все, поехали.
Ну, в принципе, если чоп потеряется, то он же переместится. У нас же было такое, да? Он переместится. Да что, мать твою? Упал такой. Уже было же такое, да, типа это. Типа, он возвращается домой, там, ну, переместится домой. Поэтому переживать не стоит. Как бы я думаю, с собакой, короче, типа это. Тренировать собаку, ну, смысла нет здесь. Лишняя трата времени, короче, и т.д. и т.п. Вот. Блин, долгая GTA. Долгая, скажу я вам, да? Долгая игрушка. Да твою мать! Ублюдок. Подрезал. И поехал. И поехал такой. Урод. Чувак, ты как? Ничего. До свадьбы заживет. Полежишь, отдохнешь. Косточки срастутся через пару месяцев. Так, ладно. Ну ладно, почти приехали. Окей. Окей. Так, ладно, приехали. Убийство, да? Значит. Окей. Когда-нибудь слышал про Джексона Скиннера? Он глава отдела разработки нот-продуктов. Походу мы с тобой читаем разные журналы. Этот сукин сын расхватил состояние продавания конфиденциальные данные всем, кто больше заплатит от Москвы до Тагерана. Или как ладно, слушай, чувак, уплавься, я с тобой. Каков расклад? Из надежных источников мне стало известно, что у него слабость. Он часто навещает одну из Лапуэрта. Выследи ее. Я пришлю тебе координаты, а я пока еще раз приценюсь к акциям Fruit. Alright, homie, I'll be in touch. Короче, следите за проституткой. Следить за проституткой. Следить за проституткой на чем? На мотоцикле надо? Ну давай. Поехали. Проследим. Она вроде как недалеко, наверное. По идее, должна быть. Отсчета времени нету? Нету. Ну все. Ну и все. Можно спокойненько. Можно спокойненько следить за проституткой. Нифига она утопала. Так. Сейчас мы проследим за проституткой. А, этот чувак должен быть, наверное, ну, с этой проституткой, получается, встретиться. И когда он встретится, я должен его кончить. Ну, точнее, убить. Кончить его должна проститутка, а я должен его убить, короче. Так, ладно. Утопало-то утопало. Или может она здесь где-то живет? Вон там где-нибудь, в кочегарке. Проститутка-кочегар. Так, окей. Кажется, это она. Привет, красавица. Хочешь потусить со мной? Не сегодня, зайка, у меня встреча. Так, проследите, когда она сядет, и убейте водителя. Ладно, допустим. Так, проследите, когда она сядет, и убейте водителя. Надо куда-нибудь... Я не знаю. Не отсюда же... Опа. Машина, смотри, остановилась. Так, хорош, 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 хорош. Нет, не сегодня, сладкий. Ну и ладно, кому-то вообще нужно. Так, хорош, ладно. Знаешь, надо бы, блин, куда-нибудь... Я же не буду стрелять, знаешь, просто посреди улицы стоишь со снайперской винтовкой и стреляешь. Это же не по-снайперски, это же не по-киллеровски. Опа, машина едет. Он, что ли? По тачке, знаешь, такая без палева. Чем порадуешь за 10 баксов? За десятку ты пойдешь домой и будешь драчить, думая обо мне. Вали отсюда нахрен.
А вот, наверное, скорее всего. Ну-ка. Кабриолетик-то по-любому, да. Это он. Эй, малышка, скучала по мне? Покиньте сектор. Все. Поскучает еще. Поскучает еще. Окей. Покинуть сектор. О. На Зенит Арена поедем. Спрячемся. Братан, я стер эту программку. А, отличная новость, скоро переговорим. Все, отлично. Убийство панель. Убийство панель. Так. Че, дырка? Он сказал дырка, ты слышал, да? Сказал. Он сказал, господи, дырка. Окей, так. Какое-то еще появилось, смотри, задание там. Ух ты, еще три. Это еще одно убийство. А это кто, Майкл? А, Майкл, да ладно. Так, и Девин. Окей, к Майклу, наверное, пока не будем ехать, потому что я думаю, что это связано с этим Мадрасо будет. И это, как, наверное, как сюжетка больше, наверное, идет. Пока повыполняем, значит, убийство и вот этого Девина. Вот. Думаю, так сделаем, да. Но этим займемся уже, наверное, в следующей серии, вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм и комментируем. С вами был Валерий, всем пока.